Доброго времени суток. Мы продолжаем марафон по коучинговым вопросам. И сегодня хотелось бы разобрать такой интересный прием, как а, отзеркаливание. Собственно, что он собой представляет в связке с партнерскими вопросами, а, партнерской позицией. И звучит это примерно следующим образом. Можно ли я поделюсь? было бы интересно там озвучить то либо иное знаешь крутится что-то в голове хотелось бы поделиться можно ли я с тобой поделюсь вот как ты думаешь было бы полезно было бы интересно вот собственно вот такие вот формулировки которые с одной стороны через позицию, спросить, можно ли я вторгнуть в твое пространство, поделюсь наблюдением, какими-то мыслями. И, собственно, исходя уже из ответа человека, можно двигаться дальше и выражать свою позицию. В данной формулировке наблюдение, даже если оно было какое-то не очень приятное, может даже болезненное для клиента, оно может быть воспринято в более положительной формулировке. То есть эмоция возникает заботы, что коуч в сессии, то есть помогающий специалист, он не грубо вторгается в пространство человека и не озеркаливает свои наблюдения через либо свою субъективную призму, это немножко другой, конечно, признак, либо даже если он говорит какие-то конкретные факты, которые ну, действительно произошли, то это, по крайней мере, не воспринимается так болезненно. Очень важен подход к людям. Здесь, как говорится, опять же, работает базовый принцип эмоции бесценны если мы вызываем у клиента негативную эмоцию, то в таком варианте, ну, очевидно, что чисто, как говорится, вроде он и прав, и вроде и все, все понятно, да, но зачем, собственно, ты мне вот это вот там тыкаешь, выносишь, грубо говоря, давишь пальчиком на мозоль, ну, дай ты ей зажить, либо предупреди, что ты ее будешь как-то обрабатывать. Ну, это вот, собственно, метафора, которая приходит в голову. Вот, всем добра, всем удачи, пока-пока.